Иное измерение русской культуры. Владимир Григорьевич Бенедиктов. Довольно. Читает Евгений Прасов-Брушковский. От дерзких помыслов и хищности людей ограждена святынею несчастья, ты в старческой душе моей зажгла всю молодость, всю девственность участия. Я мало жизнью дорожу, пускай меня к могиле годы клонят. У гробовой доски довольно, я скажу, довольно. Да, я был тобою понят. В себе, не уронив душевной высоты, ты моего кумира не разбила. Участие моего не оттолкнула ты, и благодарностью меня не оскорбила. Читано по изданию сочинение Владимира Григорьевича Бенедиктова под редакцию Якова Петровича Полонского. Второе посмертное издание. Том 2. Санкт-Петербург, Москва. Издание поставщиков Его Императорского Величества товарищества Вольф. 1902 год.